Вы делаете вот этот блок, отвод руки, вы можете получить в ухо. Сейчас Андрей продемонстрирует. Да, раз, и сразу вам пробивает. Убрал в сторону, и тот же получил, видите? Прям висок, медленно сделаю, чтобы видно было. Раз, так поменяйся. Раз, два, чуть поищу. Одна из доработок. То есть вы после, у нас же все на входе, да? И вот сейчас Андрей делает то же самое, да? Я нарываюсь на лоб. Я аккуратно. Значит, посмотрите, вот так вот чуть-чуть, Андрей. Что я делаю? Это принцип кунтау, силат и принцип рад. Я сразу вхожу с блоком. Эту руку я контролирую. Это может быть и удар, это может быть контроль руки. То есть вы должны привыкнуть, и когда вот так вот стоят, открываешь, то сразу вошли. Вот. И сразу, значит, удары головой. Раз, два, три. Разворот. Удар. Разворот. Удар. Пошел. Ушел сюда. Развернул. Удар. Голова очень хорошая вещь. Можно, например, если мы стоим, сразу начинать с удара головы. Но есть и минус. Если человек в этот момент опустил голову, вот мы с Андреем два уровня. Помните такое детское стихотворение? В этой речке утром рано утонули два барана. То есть тут у нас лобная кость, ну, мы же не бараны все-таки настоящие, которые потом там разбежались, треснулись и обратно разошлись. Скорее всего, или мы оба свалимся, или кто-то из нас свалится, у кого-то черепок. Вот, поэтому лучше бить сбоку, конечно, или когда вы точно рассчитываете, что попадете. Опять же, если попадете по зубам, будет больно, плюс еще будет рассечение, и вам кровь зальет глаза, и все. То есть... Голова очень хорошее оружие. Кстати говоря, удар головой, если вы оказались здесь, да, здесь мягкое место, здесь он очень страшный. Например, блок там от колена и удар головой. Ну, если это майка. Куда? Ну, это такой летний вариант, скажем. Это летний вариант. А в голову, да, уже, скажем так, универсально. Вот у вас рука. От этого удара очень трудно закрыться. Это может быть такой контузищий удар, это может быть захват со смещением и так далее. То есть раз, два, три, протащили, например, сюда, кадык. Посмотрите. Раз, два, три. Контроль руки. Раз, два, три. Ну, по-моему, туканская штука. У меня мимо Андрея. Сделай порезче, Андрей. То есть вот, отсюда. Такой мощный контузящий удар. Медленно. Не хочу эту рукой. Это. Пошел сразу. Пошли. Удар кролика. Я аккуратно. Ну и так далее. Поехали. То есть расписываешь его подальше.